Благоустройство многострадального сквера на Северной площади будет завершено в два этапа. Работы начнутся уже в этом году, а финишируют лишь в следующем. Напомним, благоустройство сквера длится уже два года. Объект получил финансирование по проекту формирования комфортной городской среды. Согласно контракту подрядчика, эта компания «Стройэнергосети» должен был выполнить работы по устройству пешеходных дорожек и аллей, осуществить установку детской площадки с игровыми элементами и малых архитектурных форм. Обещали жителям озеленение территории, а также создание комфортных условий для маломобильных групп граждан. Сумма контракта тогда составила 78 миллионов рублей. Уже осенью 2021 года по новым пешеходным дорожкам должны были прогуливаться счастливые таганрожцы, а на детской площадке развлекаться малыши. Но на каком-то этапе что-то пошло не так. В итоге последовали судебные разбирательства с подрядной организацией, у которой, к слову сказать, проблемы возникают уже не первый раз. Ситуацию прокомментировал глава администрации Таганрога Андрей Фатеев. Подрядная организация «Стройэнергосети», ну, будем так говорить, завалила два объекта. Один тоже с помощью и правительства, и всех структур города, это парк 303, завершили. Понятно, что есть еще некоторые там претензии в рамках гарантийных обязательств, но второй объект «Стройэнергосети» завершить не удалось, да, и, к сожалению, больше года длились претензионные такие работы. Была предпринята администрация попытка расторгнуть контракт в одностороннем порядке, но суд эту попытку отменял, что на сегодняшний день нам удалось в итоге завершить судебные разбирательства. Контракт с этим подрядчиком был расторгнут, и мы документацию по этой площади откорректировали и прошли повторную экспертизу. На сегодняшний день объем работ вот, в современных расценках, оставшихся к выполнению, составляет чуть больше 68 миллионов рублей. Ну, цифра, конечно, заметная, и для бюджета одномоментно она к исполнению невозможна, но наша, ну, учитывая, что это все-таки работы благоустроительные, да, и вот уже все равно идет к завершению и делать уличные работы, это все равно, что деньги на ветер, мы планируем эти работы выполнить в два этапа, то есть часть работ в этом году и остальную часть в следующем году. Вот. Учитывая, что сумма для нас, как я уже сказал, заметная, софинансирование в своем бюджете мы предусмотрели и сейчас обратились в адрес губернатора с просьбой выделить вот эти 68 с нашим софинансированием, безусловно, на два года для того, чтобы до конца года выполнить возможный объем работ, ну и завершить. Планируем, чтобы не позднее там, июня будущего года площадь полностью была завершена. Раньше, ну, это будет, наверное, нечестно.